Фикс. Короче, скажи, пацаны меня лишали на 3 месяца. Уже 2 прошло. Месяц остался. Сэм встает на серии, как кенгуру понял, выпрыгивает. Это когда мы с Аликом. Капочка слетела. Предыстория. Короче, вчера я никого не трогаю, стримлю на втором канале. Вообще никого не трогаю. Стримлю себе чил-дэй у меня вчера был. И тут мне приходит сообщение от Симона, Грандавто. Короче, мне скидывают фотки машины. Я говорю, брата, типа, ну можешь себе фотки машины скинуть? Ну, типа, хочу посмотреть и пацанам в чате показать, ну, типа, на стриме. Он такой, да, брат, без проблем. Скидывают мне фотки машины. Так, достаю. Вот, мне скидывают фотку, короче. Вот, вот моя машина. Я на измене сижу, иду. Думаю, ну похуй, ладно, допустим, она серая. Хотя я не серую заказывал, думаю, блядь. А салон какого цвета? Присматриваюсь. Салон черного цвета. Сижу я, короче, вон, брат. Я же черную заказывал. А, брат, типа, не обессуй, типа, перепутал ваши машины, короче. Несколько машин заказали, М3. И перепутали машины. Фу, брат, легло же. Понятно, что я в моменте? Вот, я захожу, короче, с ним переписку, показываю вам машину. Он пишет, на этих дисках она, конечно, космос смотрится. Вау. Так, смотрим фотки. Вот только честно скажите, какая больше нравится, черная или серая? Вы готовы? Ну вот только свежие скриншоты, вот 8.57 прислали, только-только свеженькие такие. Бля, номера прикольные там такие. Сейчас, приближу секунду, покажу. Вот машина, моя машина. Вот, все, она едет на этом подъемнике или эвакуаторе. Вот, все, она черная, все окей. Салон не вижу, блядь, но вроде красный. Темно-синий цвет? Нет, это камера так передает. Сейчас покажу другую фотку. Вот. Вот она. Не, она черная, она. Это... Хотя хуй знает, может, она не черная, блядь. Не-не-не, она называется. Знаете, как цвет называется? Цвет называется. Парни, называется цвет Frozen Black Metallic. Что-то такое, бля, я не помню. Я не могу посмотреть уже, у меня просто ничего. Ну, нету фоток. Не осталось фоток. Это что такое? Во сколько она мне обошлась? Короче, я вам все цифры скажу, когда она мне придет, хорошо? Потому что пока она не пришла, не буду говорить. Ренго! Я показал пацанам фотки. Поправила им. О, блядь. Рошан. В бане так не ездить. Потом твоя машина царапать будет, не моя же. Вот, поэтому да, не делай. Но здесь надо сюда включать М2 и в дрифте разворачивать. Другого никак. Если я сейчас буду. Здесь всегда надо так, брат. О, вот здесь надо тише проезжать. Вот это тайков. Алло, алло. На них. Вот звук поправляет, да, интейков? Вот так тоже делай. Хора. На него, это кто? Ну как хулиганишь, а? О, блядь, блядь, кто? Да, кепка слетела, отвечаю. А, они снимают. Здорово, пацаны. Аккуратно. Видишь, вот это мне не нравится. Но я тогда смотри, что сделал вчера. Проверил, когда ты ставишь коробку в первое положение. Ау, брат, по-братски. Но это штомпель. Она так не делала, брат. Зачем ты что-то делал? Хорошо. Коробку зашел, блядь, настолько нахуй убер, блядь. Адам спрашивает, куда мне ехать. А где он вообще, блядь? Барбершопа, наверное. Прям поедь. Охуеть, ты что делаешь, бро? Да отстань налево, давай. Ебать ты, блядь, беспалевый, нахуй, клянусь тебе, бро. Ебать ты беспалевый. Ну, нас уже передали, бро. Да не. Ренасо сдал, и что? Да. Ты забрал, бро? Ну, можешь отчет дать, бро, можешь оттуда спереди. Но она недолго. Она просто выйдет, просто и все. А почему ты коробкой ставил во втором положении, Рина? Это я сейчас поставил, чтобы не было бы. Это я поставил. А управляй тебе машину, брат, моля, можно вот, пока моя машина не вредна, давай буду ездить? Ездить, да, зайку. Какой он противный, ведь он, блядь, этот, а? Как мы об одном и том же подумали, блядь. Да. Блядь, ну пи... Сегодня выходной или нет, брат? Сегодня пятница, фан. Ты же гаишником? Нет, это наши пацаны на ешке. О, брат, попроси, чтобы они прям вот за мной не ехали. Пацаны, не ездите за нами, ради, если вы на стриме попросите. Прошу вас, брат, не люблю, когда у меня на хвосте типа. Он нервничает. Я не нервничаю, я только сам не нервничаю. Все, понял. Подуши, брат. Наш брат, а. Чья эта машина моя, брат? А ты вот когда рядом сидишь, тебя что-то вшивает здесь?
Да, мне поправляет. Понял. Вот еще с первой на вторую вот этого не было, брат. Да, у тебя коробка как барахлит, блядь. Надо забрать мне ему, сказать, типа, рахлево пора. Поправляй мне вот ее голос. Не, звук прикольный, а? Ебать, сегодня суета в городе будет. Вот такие номера хочу. Е-010, ТЕ-01. Да. А буквы? Хуй. Сэм. Не, грубо было, охуел. Не, Сэм 01 побрать, знаешь? Моему брату зачем такие вещи говорить? Тоже аккуратно под этот трек может машину разбить, аба. Включает бутылку с филтрек, говорит, Сэм его включай осторожно так. Он говорит, может разбить машину под этот трек. Вау. О, молодец. Сейчас видишь, хорошо, когда перекинул. Подсечку там. Да. Как он под этот трек вечно подпевает. Ну вот это, согласись, кайфовая тема. Кость играет. Из этого не могу войти. Ты ее муха поймал, да? Кем удары, би? Оу, Сэм, прикинь, сейчас когда М3 привезешь, вот здесь умрёт, аж встанем, фотку мы сделаем. Клянусь, брат, я сам на себя не буду попасть. А у чё не цма, кацеби, марч, не цма? Право ще. На упор ще. Идеально. Как эти рейды поправляют, объезжают. Вы куда, ахи? Равшан пишет. Шма, Московская 122. Юзер Мичи. 122. А я нахуй тогда на Грузинскую горюцкую. Шма, ну ты долбоёб. Постановили на Патриках, я быстро похаву, подождите на улице меня. Бля, как я хочу потом, чтобы Даня быстрее вышел бы и Сэм сел бы в простое F10. А он этот, RT-RT машина. Бля, может бачки снять на выход? Не хочу делать, бля. Как тебе? Пятерку не хочу. Как тебе? За нами, шма. Сейчас? Угу. Смотри сейчас. Да, да, давай. Давай назад, ты. Давай. Стрим где? Да. Стрим где? Да, а у меня легенды, клянусь. Ты на сиденье встал, Скайп. Брат, у меня как-то тапочка слетела, клянусь. Шма, ты не скажешь тебе нахуй в твоем зачете? Мы этот... Брат, ну мы эти, мы с тренировки, там спереди у тебя девушка сидела. Гейхар? О, очень смешно, брат, было, клянусь. Такси. Скажи, я таксую, да? Да, очень смешно. Все, будь, если это не за нами, брат. Это не за нами, они уехали. Поклянись. Блядью буду. Скажи, брат, да, пожалуйста. О, блядь, это ебаный. What? В треке? Блядь, это не в треке, брат. Что это этот? Истропил, да? Да, это истропил. Это Ингуш? Да, наш брат. С классе, бля, перед ними. Очень смешно, брат. Иду. Бля, я скажем на стриме или не будем? Бля, за минуту какая-то. Не, лучше поборить. Не, похуй. Все равно чуть осталось. Короче, пацаны меня лишали на 3 месяца. Уже 2 прошло. Месяц остался. Вот, и поэтому. Такая тема. Бля, ну это все на месяц осталось, уже можно сказать, слышишь? Ну, по факту. Бля, это пиздец, брат. Ну, куры делают. Катаешься? А? Катаешься? Мы тоже на стриме, брат. А ты там ДПС сзади едет. Да, я знаю, брат. Это за мной. Скорее всего, он бумажки доставал, понял, смотрел на твою машину. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Сейчас я отсюда аккуратно уеду, брат. Ладно. Давай, брат. Ну, давай здесь направо щи. Ушел. Я же был там в ориентировке. Какой визаж, что и где, вот. Пиздец, блядь, F10 от него. Ты же как в середине стал. Ты как до этого замолчал рядом резко. Что с тобой, брат? Чувак, расскажи, когда машина моя стояла просто. Брат, его машина просто стоит. И к нему реально тебе говорят, типы с автоматами просто с нихуя доебались, брат. Просто с нихуя. Тип стоял на парковке, сидит, ебашил, блядь. Просто доебались до него, брат. А это что? А то что? О, блять, вот что у меня в жопе было, бро. Бля, все мокрое, сука. Кончился, Сэм встает на сене, как кенгуру, понял, выпрыгивает.
Это когда мы с Аликом. Капочка слетела. Я же в Грузии тоже лишенный был. Мы, короче, вот так сидим, меня менты въебывают, понял? И мы с Аликом перекидываемся. Я сижу сзади, Алик один спереди. Я говорю, ты же был за рулем. Я говорю, нет. Он говорит, а что ты впереди несешь? Я говорю, у меня похмелье. Похмелье причем. Хуй знает, брат, что было первое, то и въебало. 10 минут осталось. Погоня начинается, шма. Мне как будто сзади поправляет сидеть. Брат, сзади эмоции больше, понял? Как нет, же? Стрим, брат, на стриме еще реально? Приятнее. Да, на стриме еще приятнее видно. Брат, а когда сиденье, карбон, только сзади надо будет снимать. Гил, брат! Долбоёб, ты сам, блядь, подошёл, сука! День меня подъёбываешь, какие-то детские шутки. Вспомнил бассейн на движуху вспомнил, блядь. Всё, иди нахер. Он обижается на меня. Гил, не обижайся, добро? Бля, я тебя сражу. Бля, что вчера? Режешь, за что? А, помнишь? Адам вчера что говорит? Мы сидим, едем, я, Сэм. Едем куда-то. И он, короче, хотел сказать, типа, это обманщики. И он говорит, это аферисты. Бля, аферисты. Спекулянты. Бля, Адам реально. Короче, как еще? Какое-то слово еще было? Стой. Сурбек. Этот пост тоже объехали отсюда. Да, да. Мошенник. Мошенник, да. F. Не, херня это, брат, это подзатыльник. Аферисты. Это подзатыльник, а не. Диман Краснодар, чел в чате, прикинь. Че пишет? У меня ник такой, брат. О, брат, это очень смешно было, бля. Я думал, реально. Я там на резко разлетится, ебать. А, там голосу записал. Послушаемся вместе. Давай, дам на минуту на две, наверное. Не, 3 секунды. Минут через там 20 где-то плюс-минус. Понял. Все, старый, как скажем, брат. Оу, старый алкаш, как вчера тоже пиво чуть не выпил, я захожу. Оу, этот, Равшанов в кабинет захожу, номер. Ага. Брат, он под пивасом стал, сидит пиво хуярит на телеке, клянусь. С ним что стало, брат, это уже возраст. Брат, он под телек засыпал, я знаешь, что сделал? Клянусь тебе, брат. Вот все, что есть, брат, ставлю, клянусь. Я беру пульт, он уснул. Да. Беру пульт, тише делаю, он такой. Да, я думаю, что за хуйня? Брат, это он уже к жене готовится своей, понял? Брат, такого не может быть, это прикол, блядь. Ну так сразу. Ну так делает. Бля, ну мне же не показалось-то, блядь, не могло же показаться мне. Этот Скуф еще, знаешь, что смотрел? Да. Интервью, блядь. Да не скажи какой-то политик, умоляю. Не-не-не-не, он любит интервью. Камила Гаджиева, с кого-то он брал. Брат, вот здесь разбился этот кипятор. Реально? Да. А, знаешь, куда он ехал, когда разбился? Он оттуда ехал. А, оттуда. Куда мы сейчас едем? Да. Шма, дырку залатали. Да, нету дырки. Шма. Фишка этой машины, я специально не буду. Нету дырки, брат. Бобры заделали, блядь, плотину. Отвечаю, нету ее, пропал дырка. Брат, клянусь, нету. Катапульта, ебать. Брат, реально, где дырка, без шуток? Ренчо, нету дырки, брат. Ебать, брат, тут... А, я раскопки провел, брат, она просто... Так, под газом держи, хорошо. Да, да, да. Вообще скользко, понял? Нормально все. Бля, пиздец, брат. Я... АМГ гараж же здесь, чувак. Да. Бля, ебать. Пойдем в развал тебе выставим. Пойдем. На чем, на жопе, блядь? Гью, хоть, ну включайте этот климат, брат, уже да, жарко. Ну, хорошо, брат, извини, больше. Да я не могу. Кушать есть? А? Кушать есть там, кушать, кушать. Это Сэм, ты сел, сам был, отдел по борьбе с зазорами. Кушать не знаю, брат, если клянусь. А, это очень сильный проект. Да. Чувак, знаешь, как хочу научиться что моросить? Хочешь, знаешь, как хочу моросить? Что хочешь, акуля? Хочу моросить, начать типа от бордюра до бордюра. Бля, вот это, знаешь, мне вот это, от этого чуть-чуть осталось. На Е30 умею, а вот на этих, на твоих машинах боюсь, понял? Не моя машина ломает. Ренчо, Ренго! А куда летний, знаешь, туда ехать, вот это делать. Чувак, нарушение делать. Где мы кушали, помнишь, брат? Пропустят нас, брат. Скунса, не пропустят? Наглый, брат, а то помнишь, что женщина меня не пропускала, я ее как на маму заругал. Кто тебя не пустит? Вот скажи мне, брат, кто? Да, брат. Вот и все. Пацани, что-то упало. Короче, сколько осталось ехать, друзья, до локации? 2 минуты буквально. Бля, Кио, брат, сегодня столько дрочил, хоть до сих пор возбужденный бегаешь? Кио, реально, сколько палок сегодня кинул? Один, 3-4 штуки кинул, хоп, болит уже, яйца болят. Вот такие были, блядь. Как приехал Краснодар, не ебался, что хотел. А, вот здесь, да, походу, где-то? Брат, не знаю, не дальше. В курсе, клянусь, не знаю. А у меня здесь кепку спиздил у типа, кстати. Кого? Не помню, типа, какой-то у него кепку спиздил. Вот эмка стоит, брат. Игровое пространство, да, наверное? Наверное. Наверное, бро, наверное. А вот Порших? Наверное. Короче, пацаны, мы приехали место, где вот это симрейсеры, понял? Короче, где катают ребята симуляторы, вот, гонки. Мы сегодня посмотрели фильм с Равшаном, как назывался? Гран-туризма, и решили, что мы гонщики, и мы станем ими, или мы уже ихними. Вот.
Аними. Приехали. Держи друг. Какой стороны? Привет. А ты как в грязь плохо заехал, знаешь? Что делаешь, мам? Что, блядь, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Бро, откроешь дверь, бро. Куки свои. Ботос там оставил, блядь, перепрыгнул. Брат, у вас очень ужасное обслуживание. Наше такси больше. Только не ставьте 0 баллов. Есть. Бизнес я. Чавшан где? Компы, плойки, игра, еда.